Привет всем участникам фестиваля Golden Time. Я Дмитрий Сысоев, автор, композитор, хитмейкер и музыкальный продюсер, являюсь членом жюри этого фестиваля. Я хочу вас поздравить с этим прекрасным событием. Я получил огромное количество эмоций, когда прослушивал и просматривал ваши ролики. Меня очень много участников удивило, я поставил много десяток, но я отметил троицу, которая меня просто порвала. Дзиндзю Куляна удивила меня и тембром, и видеорядом, подачей, харизмой. Это все настолько вкусно, что тебе просто пора уезжать в Америку и там реализовываться, и ты станешь спокойно конкуренткой Билли Айлиш. Также меня удивила Гаспарян Елена. Это прекрасный, волшебный, магический тембр. Я просто в шоке был. Вам нужно реально тоже ехать в Голливуд, озвучивать фильмы, может быть, играть в каких-то мюзиклах. Вы просто поете божественно. Тембр, микс такого глэм-рока и оперного вокала, ну, это очень большая редкость. Также я отметил Рублеву Олесю. Тоже очень круто, мелизматика, все на уровне. Мне понравилось много участников, я поставил много десяток, но вот именно эта троица меня вот удивила больше всего. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда верили в себя, чтобы вы никогда не сдавались, чтобы вы всегда были замотивированы и шли уверенно к своей цели. Golden Time — это очень хороший шанс себя реализовать и показать. Так что всем желаю успехов, удачи и терпения. Пока.